В Самарской области будет ясно и малооблачно, сохранится жаркая погода. Местами пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. Днем плюс 31, плюс 38, ночью 22-24, выше 0. Ветер юго-западного, западного направлений, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани малооблачно, гроза, днем плюс 33 градуса, ночью плюс 23. Ветер юго-западный, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти облачное небо, дождь и гроза, плюс 31 градус в дневное время, ночью 22 выше 0. Юго-западный ветер 2 метра в секунду. В Самаре малооблачно, небольшой дождь, гроза, дневная температура 31 градус тепла, ночью плюс 23. Ветер западного направления 3 метра в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 48%, температура воды в реке Волга 19 градусов, геомагнитное поле возмущенное, умеренная геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.